Всем доброго времени суток, с вами Анми, сегодня мы посмотрим с вами очередную флешечку Таймкиллер, в общем-то в прямом переносном смысле, потому что, во-первых, мы будем убивать время за приятной игрой, во-вторых, это действительно Таймкиллер, то есть здесь человечек, он просто ненавидит часы, я не знаю, с чем это связано, но вот такая идея была у разработчиков. Нам говорят, что в принципе здесь все работает по одной кнопке, да, то есть нажимаем на часы, если где-то их видим, и второй нажимаем на человечка. Я буквально прошел тут, поиграл буквально минуточку, чтобы вообще понять, о чем здесь речь и что здесь надо делать. Так, а что это? Какой-то в конце черепочек, и мы идем в магазин, будем хулиганить в магазине. Вот здесь ключик у нас лежит. Ну, это пока проходим то, что я уже проходил, для того, чтобы как бы все это было быстрее и понятнее. Так, а я, честно говоря, что-то и не очень-то и помню. И, по-моему, то ли банки, да, здесь банки надо развалить. Так, вот, я просто все позабывал уже, видите? Ну, как я говорил, пару минут поиграл. Здесь надо не сбить людей, по-моему, насколько я помню. Потому что первый раз я попередавил всех людей и никак не мог понять, что же я делаю не так. Так, все, беги. Опа! Все, теперь мы можем спокойно, быстро промчаться вперед. По-моему, отличная игрушка для флешки. Если вы помните, 1С в свое время выпускал, ну, вернее, выпускал, он их просто продавал. Всякие типа Штирлица и так далее игры, я уже не помню, как они там были. Ну, в общем-то, такого же плана игры, абсолютно несложные, но они стоили денег. И здесь вам предлагают просто: ребята, идите, заходите, играйте и смотрите, как классно. По-моему, очень-очень-очень здорово. Главное, сделано очень красиво. Так, здесь я не зачем-то вот это, нет. Здесь, по-моему, нам надо угадать код. Так, одну цифру мы узнали, две узнали. Так, три узнали, все, побежали. Вызываем лифт и дальше, 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 да, беги, 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 беги. А, так, это я, слушайте, это я уже... Так, я не помню третьего, представляете, все. Здесь надо вот на чувачка было нажать, и я в прошлый раз как раз этого не сделал, поэтому вот такая фигня. Но здесь все пока понятно, элементарно, да? То есть никаких проблем ни у кого не должно возникнуть, надеюсь. Так, все. Здесь забегаем дальше. Забегай, 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 забегай. Давай, давай, давай. Похулиганим. Я хочу посмотреть, что будет дальше. Так, все, в банке мы тоже похулиганили. И здесь я уже не был. Поэтому здесь просто сейчас буду вместе с вами разбираться. И будем дальше уничтожать часы. Я, честно говоря, не понимаю, почему у нашего человечка такая ненависть прямо ко всем часам. Не знаю, с чем это связано. Ну, что-то его явно обидело. Там, маньяк такой, на производство. Это мы, наверное, на производстве часов. Так, что здесь у нас? Рычажки, это вверх-вниз. Так, нам надо вниз, я так понимаю, да, вот эту коробку. Так, теперь вниз. Окей. Нет, может быть. Так, нам. И что? И что? Так, теперь, наверное, мы можем сами спуститься для того, чтобы разломать все эти часы. Вот. Да, в принципе, быстро, быстро прошли, достаточно понятно было. Так, ну, я думаю, что самое сложное будет в полицейском... А, смотрите, он нас перехватил, что ли? Смотрите, на... Да, действительно, это было похоже на сумасшествие. Нас связали и отправили в сумасшедший дом. Но не все так просто. Мы просто так не сдадимся. Так, отлично, у нас в руку попался... Так, сейчас мы все, мы развя... так развязались. Окей. Теперь нам осталось только убежать отсюда. Но нас тут ничего не сможет задержать. Ой-о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 й. К нам бегут, к нам бегут, к нам бегут. Так, розовый, розовый, розовый. А как нам взять ключи? А синий, зеленый. Ну, синий, зеленые. Ой, не-не-не-не. Я просто сразу не разобрался. Все, теперь нам все понятно. Синенькая, быстрее открываемся. Зелененькая, быстрее открываем. Только я не понимаю, почему все в обратном порядке. Ну да ладно. Быстрее, 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 быстрее. Это какое-то безумие, реальное безумие. А, беги, 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 беги. Фу. Теперь у нас сражение, сражение. Так, что? Нам надо... Да я тебя сейчас вам поуспокоюсь. Знаете, вам еще сейчас все тут попереколочу. Так.
Так, пока мы ничего не можем делать, да? Так, что здесь? Вот ключик какой-то. Все, открыли. Нате, нате, все, напоследок еще раз ломали часы. Все, все круто. Давай дальше, дальше, дальше. Куда? Теперь, теперь что нам, что нам, что нам? Нет, подождите, а где мы были? Мы были, где мы были, где мы были? Мы вот здесь были. Так, здесь быстренько надо. Так, красные. Почему красные? Так, давай. Нам часы нужны. Так, надо, да, охранник, чтобы спустился. Иди, иди, охранник, беги. Беги, тебе надо срочно поговорить. Да, 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 беги, беги к часам. Так, здесь что, 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 что здесь? Пока ничего не происходит. Да я понял, что тебе часы нужны. Я только не пойму, как тебе их достать. А, вот. Закрыли его, и теперь что? Что? Что теперь? Все, теперь человечек может спокойно пробежать и забрать свои ненавистные часы. Так, 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 сейчас разберемся, сейчас. Так. Так. Так, так, так. Теперь что у нас? Все, пробегаем. Давай, пробегай. Молодец. Так, куда мы спустились? Мы куда-то вообще низко очень спустились. Быстро что-то сейчас сделать мы должны. Ключик, наверное, подобрать, да? Тот, который открывает. Так, отлично. Теперь что? Что здесь? Что здесь? Что здесь? Что здесь? Красный, зеленый, синий. Какая? Подожди, я еще не разобрался, так нечестно. По-моему, последний ключ здесь был, который подходил. Нет, нет, нет. Давай, 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 все быстренько ключи перебираем. Да, красный. Ну что, что надо? Что, что здесь надо сделать-то? Я не понимаю, да подожди ты прибегать-то. Ну вот деловой-то, прибегает и прибегает. Так. А, я, кажется, сейчас, не знаю, у меня есть еще одна догадка. А, уже все. Красный. Красный, зеленый, желтый и синий. Нет, не успели. Ну все, ладно, разобрались. Сейчас мы разобрались. Сейчас, сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Красный, зеленый, синий и желтый. Нет, желтый и синий. Вот так. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Ну, давай, давай. Что? Что опять не так-то? Ну, сейчас же все правильно было. Так, что здесь? Быстрее, 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 быстрее. Что здесь? Соображаем. Так, знаете что? Нет, давайте не соображаем. Давайте я оставлю прохождение оставшейся игры на вашей совести. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анна. Если вам понравилось, ставим лайк, комментируем, подписываемся. И всем пока-пока, до новых видео.